Всех рад приветствовать, с вами как всегда я, Олег Штайн. Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня в очередной рубрике «Обозрим» у нас на обзоре будет впервые DVD-издание. А конкретно на 9-й концертный альбом российской хэви-метал группы «Ария», название которой «Ария 30 лет», юбилейный концерт. Запись концерта производилась 28 ноября 2015 года в московском концертном зале «Stadion Live». В честь этого события музыканты пригласили бывших участников коллектива и совместно исполнили лучшие песни из репертуара группы. Уникальное выступление прошло в рамках празднования юбилея на Aria Fest 2015 года. Само издание вышло 26 ноября 2016 года и состоит оно из двух DVD-дисков и двух CD с аудиоверсией выступления группы, выпущенной лейблом M2BA. Упаковка имеет форму диджипака. Качество упаковки хорошее. Внутри упаковки находятся лотки для DVD и CD дисков. Также тут присутствует встроенный буклет с фотографиями участников группы. Качество типографии отличное, фотографии все очень четкие. На последней странице присутствует трек-лист и краткая информация об участниках записи и об этом издании в целом. И вот второй лотик с CD-дисками. А на сегодня все. Спасибо всем за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как вам этот концертный альбом. Всем спасибо, пока!